Конечно же, в истории нет прямых параллелей. Но некоторые эксперты, я с уважением отношусь к их мнению, сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам, по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз, определенные аналогии все-таки напрашиваются. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, для этого ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось. Здесь, тем не менее, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии и чреватым борьбой всех против всех. С попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов –